Сегодня мы вам предлагаем посмотреть отличный топ турецких сериалов 2017 года. В комментариях напишите ваши любимые сериалы, и мы сделаем еще один топ по ним. А начинает нашу сегодняшнюю подборку турецкий сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери». 50 серий. В ролях Назан Кесал, Денис Байсал, Чаглар Эртугрул и другие. Госпожа Фазилет после того, как потеряла мужа, одна воспитывает двух дочек. Вся жизнь женщины прошла в сожалениях, поэтому теперь ее вкладом в будущее стала младшая дочь Эдже. Но самым большим препятствием на пути матери является старшая дочь Хазан, которая, несмотря на свою изысканную красоту, ведет себя по-мальчишески и не ладит с матерью. Мать, которая желает для своих дочерей всего самого наилучшего и всегда мечтала о богатой жизни, поняла, что путь к богатству или жить через дочерей. Она, используя дочерей, исполнит свои мечты в особняке Эймен, расквитается за прошлые обиды и нищенскую жизнь. С одной стороны, шикарный особняк, стоящий на краю Босфора, а с другой, самый нищенский, вульгарный район с госпожой Фазилет и ее дочерьми. Сериал «Невеста Истамбула», 87 серий. В ролях Аджам Денис, Аслы Энвер, Ипек Вилгин, Салих Бадемджи и другие. Главная героиня Сюрия – прекрасная умная девушка, которая больше всего в этом мире ценит свою независимость. Она вырастала сиротой, привыкла много работать и содержать все свое семейство самостоятельно. Однажды девушка знакомится с обворожительным бизнесменом по имени Фарук. Это истинная любовь с первого взгляда. Между ними завязывается горячий роман, который приводит к венчанию и совместной жизни. Наша героиня перебирается жить к супругу в его родной город Бурсу. Так начинается настоящее испытание для чувств молодоженов. И там их любви придется пройти через сложные испытания. Удастся ли влюбленным пройти через все испытания и доказать, что они достойны того чувства, которое им подарила судьба? Сериал «Воин», 110 серий. В ролях Берк Актай, Эркан Мирич, Али Тарик Финдик, Йылдыз Чагры Атиксой, Сарп, Левин Даглум и другие. Картина повествует о героях спецназа, которые несут службу в самых сложных условиях мира. Руководители спецотдела генерал Халил Ибрагим Кабуз и капитан Каган Базок, выйдя из тюрьмы, вновь вернутся к исполнению своих обязанностей. В их романе собрались самые патриотические воины, которые будут нести службу в неспокойных регионах, станут железным кулаком Турции. Молодые люди готовы пожертвовать ради родины любовь, тоской по родным, нести все тяжести жизни на плечах. Сердцебиение, 28 серий. В ролях Гюхкан Алкан, Айкю Караэль, Басар Дагусой и другие. Какой бы мир ни был ужасным местом, но все же всегда находится тот, кто докажет, что добро победит. Все начинается с того, как однажды в небольшом поселке в лицее 18-летней ученице Эйлюль выдается отличный шанс. Шанс построить свое светлое будущее. Ведь нашелся тот, кто готов помочь. Этим человеком оказался Али Асаф Кинизаглу. Именно благодаря этому учителю наша главная героиня становится врачом. Казалось бы, что на этом можно и закончить данную историю. Но в точности все наоборот. Все только начинается. Сериал «Что не сделает влюбленный», 11 серий. В ролях Юсуф Чим, Сирен Ширинджи и другие. Азан Экинсой – молодой парень, берущий от жизни все. У него вдосталь денег, вокруг всегда находятся самые красивые девушки. Азан должен унаследовать масштабный холдинг своего отца. И сейчас глава семейства потихоньку учит сына бизнесу. Но молодой парень, ведя дела, совершает серьезную ошибку. И из-за этого его отец решает отправить в деревню. По мнению мужчины, смена обстановки поможет выбить дурь из головы его сына. Если вам понравился топ, поставьте лайк, подпишитесь. Напишите в комментариях свои любимые сериалы. Я надолго с вами не прощаюсь. До скорой встречи с новым видео.